Добрый день, меня зовут Пищиков Женя. Примерно 9 месяцев назад я начал отращивать бороду свою, потому что брал у девочек обратку, и так оказалось, что с бородой им нравится больше. Вот. Ну и как бы я себя с бородой ощущал более, так сказать, мужиком, чем без. Вот. Ну и как бы я ее обычно отращивал до какого-то определенного момента, и потом как бы обычным станком приходилось полностью все сбривать. Мне это не особо нравилось, потому что, допустим, неделю я ходил и чувствовал себя круто, потом мне приходилось сбривать, и я себя ощущал каким-то маленьким ребенком, и там постоянные порезы, и приходилось еще мазаться этим самым, и, в общем, много расходов было. В общем, я решил себе купить триммер. Зашел на сайт, нашел ближайший офис, ближайшую контору, ну, к моему дому, которая была, пришел непосредственно в офис, посмотрел, попользовался, бритва немецкая, Мозер, по-моему, называется, да. Вот, использовал, вот сейчас уже, вот то, что сейчас, как бы, это я пользовался и как бы ей брился. Вот, качество очень понравилось, поэтому сейчас в ближайшее время найду где-нибудь деньги и непосредственно приду и приобрету обязательно. Качество классное, всем рекомендую.